бесконечной действительно, значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события, копия меня пишут, копию песни этой. Если вселенная бесконечна, правда, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно, где-то там, в недалеких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия, и не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия, и вселенная действительно бесконечна. Если обдумать подробнее эту гипотезу, посерьезнее париться в ситуацию, то помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, что где-то на задворках созвездий есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо, и мы-то, может быть, даже счастливы. То есть, опять же, не мы, а они, к счастью. Эти варианты могут быть самыми разными, но о них не хочу даже думать сейчас я. Ох, одинокий друг, Боже, извини. Наверное, поудачнее расклады, без лишней жести, которая нам досталась. Нам все случилось не вопреки всему, а как надо, так как никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими. И если играть то, что нами с тобой прожит, а не нас будет малыши в магазине брошенному. Я надеюсь, это позже случится гораздо, я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно, еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь. Прошу, прошу, прошу.